Начало действительно обещало быть счастливым. В ожидании первенца Надежда с мужем закупали пеленки, распашонки. Повода для тревог и волнений не было. Моя беременность протекала спокойно. Все мои анализы были в норме, все УЗИ были стандартными, без каких-либо патологий. В мае 2008 года на свет появилась Лерочка. И с первым криком малышки жизнь Надежды изменилась. Родилась, и мне подошла врач и сказала, что у вашего ребенка подозрение на синдром Дауна. Я не поняла сразу вообще, что это такое, и вообще, мое первое было, говорю, а что это такое, это вообще вылечить можно, мой первый вопрос. Она говорит, ну вы понимаете, это как цвет глаз, то есть если ты родился с одним цветом глаз, то он уже не изменится, также этот диагноз. Исследования подтвердили, у девочки синдром Дауна. Родители тщательно изучили информацию о заболевании, и началась жизнь, наполненная заботами. Консультации у врачей, специальные занятия, процедуры. Лера росла и развивалась, как все ее сверстники. Но ближе к году у девочки начались приступы. Она просто лежала, играла и резко начинала сильно плакать, аж закатывалась до посинения. Мы с мужем не понимали, что вообще происходит с ребенком. И вновь обследование, и новый диагноз – эпилепсия. Лекарства не помогали, приступы нарастали, доходило до 60 раз в сутки. Физическое развитие Леры остановилось. Родители обратились за помощью в Русфонд. Там документы приняли и оплатили девочке лечение в Московском институте медтехнологий. После первой поездки у нас приступы, после гормональной терапии нам было назначено, приступы у нас ушли, на год их не было. Лера научилась сама сидеть, ходит с поддержкой. Чтобы приступы прекратились, чтобы девочка могла развиваться дальше, нужно продолжить лечение, но оно платное. Стоимость 199 430 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайт «Росфонд» соберут 140 430 рублей. Не хватает 59 тысяч рублей. Для помощи Лере отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Если придет просьба подтвердить, подтвердите, иначе деньги не отправятся. Цель госпитализации – добиться уменьшения количества приступов или длительной ремиссии, что даст возможность проводить полноценную реабилитацию для, возможно, максимальной компенсации отсутствующих навыков. Она нас понимает, она все осознает абсолютно, все, она очень умная девочка. Лечение девочки прерывать нельзя, но сумма слишком велика. Работает только папа, а в семье еще двое детишек. Для помощи Лере отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Отправить их можно сколько угодно. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Росфонда. Мария Симак, Сергей Самсонов, Вести Орел.